Вот, это будет настоящий кайф. Это лучок в уксусе. Это вот рыбонька такая, филешечка. Кто догадается, что за рыба? Картошечка свежая, прям вот еще пар идет. И, конечно же, форелька. Обалденная. Полирнемся это сладким чаем. О, мой любимый азерчай. Вообще люксовый люкс. Бомба, песня, сказка, матушка, роща. Мой народ, здорово. Категорически вам привет, салам алейкум. Сегодня спрячу морду лица. Ништяки. Семейство лососевых, семейство пердящих. А вы когда-нибудь слышали, как селедка пердит? Нет? А вот военные из подводной лодки слышали именно пердящую селедку. Но сейчас не об этом. Сейчас ваше здоровье. В первую же очередь приятного аппетита. Посмотрите, шмат какой. В этот раз свеженькая. Просто. Просто кайф. Смотрите у нее. Чихуя какая. Сбруя. Кожа жопы дракона. Можно будет потом это. Куфайку. Кандебрес сшить. Хватит ля-ля вот это. Давай хавать. Такой кайф испортил картошечкой. Черным хлебом. Лучком. Короче, как говорит народ, ты в ответе за тех, кого ты приручил. Вроде как все наладилось. Я как бы выход придумал. Если снимаю, значит все нормально. Главное, чтобы вы не переживали ни за что. Всегда форель нравилась. Даже слабосоленая. И когда она именно свежая, у нее какой-то немного сливочный вкус. Какой это кайф. Порой просто ржу в комментариях. Пишут, ты что там это? Травку зеленую любишь? Такой аппетит. Амброзию, блядь. Как нанюхаешь, и аппетит просто бешеный. Так что спешу вас успокоить. Все ништяк. Форелька есть. Не гулять. Бля, какая же она вкусная. Я помню, еще мелкий был, смотрел «Мир животных» и смотрел, как там медведи, короче, ловят лосось вот эту, всякую форель.
хавает. Он ее откусывает, там прям мясо красное. Я все думал, вырасту, так же хочу. Как медведь рыбу хавать. Это просто поглощение прям. А поглощение с кайфом — это двойной кайф. Сейчас форель капец подорожала. Реально. Даже вот в таких магазинах, типа Ашан или подобное, у меня. Раньше намного дешевле было. В чем дело? Отмазок много. Транспортировка. Вся хуйня. Что поделать? Жизнь такая. Вот тут самый жирный, я его особо не люблю. Да уберем. А мясо съедим. О, ништяк. Адам Малой, она мне с них трусы сошьет. С этой кольчуги. Блин, чуть не забыл. Хочу передать привет здравому. Здравый привет, спасибо за донат. Она была мне в самом начале, привет. Я, блин, капец, вспомнил. От души, братуха. Вчера на стриме закинул мне косарь. 501 рублей, один привет. Поэтому передаю еще один привет. Ну и плюс на стриме. От души, так что не стесняйтесь. С вами инспектор Пересунька. Предъявите деньги. Пойдет. Блин, вот уксус в луке. Или лук в уксусе. Это капец вкусно. Аппетит прям поднимает так, что слюни текут. Селёдочка, это кайф. Форель — это что-то на богатом, но тоже кайф. Ой. Ой, дай бог вам, чтобы у вас на столе тоже всегда была форель, чтобы вы не знали ни горя, ни бед, ни бедности.
чтобы жили в достатке. Сказка просто. Песня. Затрепал, что кот помойный. Блин, это такой кайф. Вот реально вкусный чай. Горячий ништяк. Мужчины не плачут, мужчины ссут глазами. Вы ж мои хорошие, большое вам спасибо за поддержку. Прям вот кайф вообще. Я когда читаю комментарии, то что вы меня поддержите, большинство людей, я просто не могу ничего не сделать. Я обязан что-то придумать. Я придумал, все нормально. Я там думал, что что-то не получится, что-то надо сделать. Надо договариваться с людьми, чтобы все было чики-бомбони, эврипади, чики-пуки, все остальное. Так что, народ, спасибо, что вы есть. Вот реально, вот поддержка ваша прям вот мотивирует меня тут дальше снимать и снимать. От души. Честно, вот кайф. Не знаю, как еще это. Вот вам моя благодарность. Фигарю, мукбанги. Здоровья вам большого. Большого счастья в личной жизни. С вами был Юрец. Пока.